Добрый день, Наталья. И признаюсь, сейчас не совсем понимаю, в чем у вас возникла проблема с созданием рапорта. Вы загрузили изображение, вот оно есть. Просто вы перетаскиваете, заливка создалась. В чем проблема и что вы такое сложное там делали? Вот, смотрите, она заливается. Естественно, этот рапорт, он будет не совсем равномерный. Не совсем бесшовный, ну вот, пожалуйста. Если вы хотите сделать бесшовную заливку именно, то смотрите, берем обязательно именно вот этот инструмент, прямоугольник. Можно, например, выделить, смотрите, один кружочек. Теперь у этого прямоугольника отменяем цвет заливки, цвет контура, чтобы его не было. Выбираем правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. Вот это сделать принципиально. Теперь вместе выбираем и фото, и наш прямоугольничек. Оно там уже какой-то у вас есть. Вы что-то пытались, видимо. В общем, у вас должно выбраться прямоугольничек и фото. И все вместе перетаскиваем. Сейчас покажу, что получилось. Попробуйте, пожалуйста. Ну, очень простая схема. Вот так. Вот она, ну... Смысл бесшовной заливки, да, то, что понятно, что рапорт постоянно повторяется, но не видно вот этих вот дурацких стыков. Повторите, все очень просто. Смотрите, прямоугольник, обязательно именно прямоугольник вот этот. Обязательно он должен быть без цвета заливки, без цвета контура, лежать в самом низу. После этого выбираете, соответственно, вашу картинку и этот прямоугольник и тащите все вместе в обратный цикл. Вот она получается заливка. Никаких там супер хитростей внутри нету.